Здравствуйте, вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Ты не один. В рамках одноименной благотворительной акции 20 зареченских семей получили наборы первоклассника. Это каждый год, то есть нам помогают различные фонды, либо предприниматели города, за что им отдельное очень большое спасибо. «Мой дом, мой двор». В Заречном продолжаются праздники в рамках конкурса общественных инициатив. Спасибо вам за ваш труд. Вы воистину своими руками создаете комфортную среду здесь, вот на этой маленькой территории, на которой вы все проживаете. По правилам ФИФА в Заречном стартовал Кубок города по футболу. Если в чемпионате команда играет в формате 7-7 и размер поляны меньше, то здесь классический размер поля 110 на 70 метров, и совсем другая борьба. 11 человек на поле. И теперь об этих и других новостях подробнее. Федеральное медико-биологическое агентство, в ведении которого находится медицина атомных городов, отмечает 73-ю годовщину создания. 21 августа 1947 года было подписано постановление Совета министров СССР номер 2935-951-СС о медико-санитарном обслуживании предприятий первого главного управления при Совете министров СССР. Созданная структура со временем была преобразована в третье главное управление при Минздраве СССР, которое занималось вопросами жизнеобеспечения людей при организации космических полетов, а также профилактикой и лечением сотрудников атомной отрасли. Позже на его базе было создано Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР. В 2004 году его правопреемником стало вновь образованное Федеральное медико-биологическое агентство. Как отмечается на сайте госкорпорации «Росатом», с момента своего основания ФМБА России стоит на страже безопасности и здоровья работников атомной отрасли и членов их семей, предоставляя качественную и своевременную медицинскую помощь жителям ЗАТа и городов-спутников АЭС. Специалистов агентства всегда отличает высокий профессионализм и компетентность. «Росатом» и ФМБА тесно сотрудничают, работая над повышением качества здравоохранения в атомных городах. В этом году было подписано соглашение о развитии сотрудничества между госкорпорацией и ведомством. С днем рождения ФМБА поздравил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Свои поздравления в адрес медицинских работников Заречного направил и глава города Олег Климанов. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных юбилею атомной отрасли. Эта тема важна, поскольку от работы предприятий, которые находятся в нашем городе, зависит экономическая мощь и безопасность страны, а также будущее всей атомной энергетики. Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных в мировой повестке тем – развитии Северного морского пути. Оно невозможно без ледоколов, а современные ледоколы невозможны без ядерных реакторов, которые разрабатываются в ОКБМ «Африкантов». 75 лет атомной промышленности. История ядерных реакторов для всех отечественных ледоколов начиналась в Нижнем Новгороде, в ОКБМ «Африкантов», которое в советское время было закрытым предприятием без названия, почтовым ящиком с номером 206. Именно нижегородцы создали реактор для первого атомного ледокола «Ленин» и по сей день занимаются тем, в чем им нет равных. Инженеры, конструкторы, расчетчики, исследователи, испытатели, производственники – то есть по количеству профессий, которые там задействованы, я думаю, что это сотни профессий. «Ритм-200» – это новая реакторная установка для универсального атомного ледокола. Важнейшие преимущества – компактность и экономичность. Основное оборудование размещается прямо внутри корпуса блока, поэтому установка в два раза легче и в полтора компактнее, и намного мощнее. Впервые в мире создана такая установка. Ну, реализовано в железе, там проектов много существует, но реализации за рубежом таких установок, так сказать, пока только декларируются, а Россия единственная страна, которая это реализовала в железе, и сейчас этот реактор уже работает. Сейчас для ледокола «Лидер» разрабатывают новую реакторную установку «Ритм-400», мощнее предыдущих и способную непрерывно работать в течение 26 тысяч часов. Ледокол сможет проводить по Северному морскому пути корабли грузоподъемностью выше 100 тысяч тонн. Увеличение мощности почти практически в два раза. По сравнению с «Ритмом-200», и обеспечивает еще большую ледопроходимость и скорость проводки судов в Арктике. Да, мы впереди планеты всей. Мы горды тем, что, во-первых, ОКБМ – один из мировых лидеров, я не побоюсь этого слова, в атомном реакторостроении.
Значит, а «Росатом» – это мировой лидер вообще, значит, именно в атомной отрасли. Наверное, «Росатом» – это вот, ну, наверное, единственная компания, так сказать, или отрасль в России, которая сумела вот сохранить передовые позиции, именно мировые. То есть пока вот весь мир смотрит на то, что делается у нас. Началось голосование за работу участников конкурса «Атом рядом». Состязание, организованное Фондом развития регионов Содружества при поддержке госкорпорации «Росатом», посвящено 75-летнему юбилею российской атомной промышленности. Напомню, по условиям конкурса необходимо снять видео об атомных технологиях, окружающих нас в повседневной жизни. По итогам голосования 85 участников, набравших больше всего голосов, получат ценные призы. Также любой конкурсант может получить приглашение войти в состав делегаций, которые поедут в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности. Все видеоролики, в том числе и созданные зареченцами, размещены на сайте atomryadom.ru. Там же можно проголосовать за понравившуюся работу. У всех желающих еще есть возможность присоединиться к участникам конкурса. Заявки и видео принимаются до 31 августа. Голосование продлится до 5 сентября. 20 зареченских семей получили наборы первоклассника. Помощь горожанам оказало Пензенское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в рамках проекта «Ты не один». Свои подарки ребятам подготовил и региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца». Цель этой благотворительной инициативы – адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима самоизоляции. С подробностями Елена Степкина. Поздравляю. 20 будущих учеников теперь практически готовы к школе. Наборы первоклассника и расписание уроков сотрудники Департамента социального развития вручили подопечным комплексного центра социального обслуживания населения. Это каждый год, то есть нам помогают различные фонды, либо предприниматели города, за что им отдельное очень большое спасибо. Самые необходимые канцелярские принадлежности новоиспеченным зареченским школьникам предоставило Пензенское отделение Российского детского фонда в рамках проекта «Ты не один», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Свои подарки ребятам подготовил и региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца». Наборы первоклассника стали приятным сюрпризом и для детей, и для родителей. Настроение, конечно, волнительное. Первый раз, первый класс все-таки. Но подарки, конечно, да, очень важны, очень приятны, очень нужны, самое главное, к школе. Вот, поэтому большое спасибо за такие подарки. Наборы к 1 сентября вручат всем детям, состоящим на учете в комплексном центре социального обслуживания населения. Подготовить подарки помогли и сотрудники различных благотворительных фондов, и индивидуальные предприниматели. Комплекты школьных принадлежностей получат 270 детей Заречного. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Первая партия вакцины для иммунизации детского населения против гриппа поступила в Пензенскую область. Савигрипп детский в индивидуальных шприцах в количестве 60 095 доз поставлен в субъект в рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета, уточняет пресс-служба регионального правительства. Уже на следующей неделе после отгрузки вакцины со склада юные пензенцы смогут получить защиту от гриппа и вирусных заболеваний. Всего планируется привить 147 300 детей. В прошлом году от гриппа было привито 136 600 юных жителей региона. Кроме того, сообщается, что в преддверии эпидсезона в Пензенской области планируется привить около 2000 беременных женщин. Вся вакцина для иммунизации беременных уже поступила. Когда планируется начать иммунизацию детей и взрослых в Заречном? От каких опасных инфекций можно защититься при помощи вакцинации? Существуют ли противопоказания для прививок? Насколько эффективны и безопасны препараты, применяющиеся при иммунизации? Об этом мы сегодня поговорим с терапевтом участковой службы взрослой поликлиники Заречного Ниной Хубуловой. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. За сутки в России зарегистрировали 4870 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва. За ней следует Санкт-Петербург, Подмосковье, Ставропольский край, Ростовская, Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край и Иркутская область. За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время 16 189. После лечения от коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек. За весь период выздоровели свыше 761 000 пациентов. В
Пензенской области за сутки выявлено 45 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших за весь период превысило 7500. Выписано по выздоровлению 37 человек. С начала пандемии 7174. Также за сутки умер один человек с коронавирусом. За весь период 101. Как уточняется на официальном портале регионального правительства, из 45 подтвержденных за сутки диагнозов COVID-19, 33 выявлены в Пензе и от 1 до 4 в 7 районах области. Среди пациентов трое детей в возрасте от 3 до 15 лет. В Заречном новые случаи заражения коронавирусом не регистрируются уже 4 сутки подряд. В Заречном продолжаются дни двора в рамках городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор», который проводится при поддержке госкорпорации «Росатом». Очередной праздник состоялся во дворе 11-го дома на улице Комсомольской. Участниками торжества стали жители и этого, и ряда других домов, расположенных на улицах Комсомольской, Спортивной и проспекте 30-летия Победы. Музыка и работа различных творческих и спортивных площадок собрала во дворе 11-го дома по улице Комсомольской всех активных жителей микрорайона. Многие из них участвуют в благоустройстве своих внутриквартальных территорий. Мы это, в общем, команда пенсионеров. Начинали мы с нуля. Вот, и, в общем, руками вот этой группы заросшие газоны превратились в прекрасно цветущие клумбы. Вечерами у нас принято выходят посидеть и люди престарелого возраста, и молодежь с детьми. В общем, очень всем стало приятно. Каждый год мы сажаем тюльпаны новые розы, новые тюльпаны. Каждый год какие-то новые цветы сажаем. У нас весь двор в тюльпанах, в лилиях вроде. В этом микрорайоне в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор» 2020 участвуют 5 домов. Всего же в этом году сделать свои дворы более уютными и красивыми решили активисты 130 зареченских многоэтажек. И работа неравнодушных горожан всегда на виду. От лица главы хочу передать вам слова признательности и благодарности за ваш труд, за ваше неравнодушие, за вашу креативность, с которой вы создаете вот эту красоту, которую мы сейчас увидели здесь в вашем дворе. Спасибо вам за ваш труд. Вы воистину своими руками создаете комфортную среду здесь, вот на этой маленькой территории, на которой вы все проживаете. В этом году праздники двора посвящены двум значимым датам – 75-летию Победы и 75-летию отечественной атомной промышленности. Проживающим в этом районе города ветеранам отрасли Анатолию Ленькову и Зинаиде Дегиной вручили благодарственные письма главы Заречного. Награды получили и активисты конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» 2020. Им подарили сертификаты на приобретение садового инвентаря и декоративного посадочного материала. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Дворец творчества детей и молодежи готовится к новому учебному году. В сентябре должны открыться все творческие и технические объединения дворца. У подростков есть возможность проявить и свои лидерские качества, обучиться профессии вожатого или вступить в Лигу волонтеров. С подробностями Ксения Тризна. Активных, инициативных и творческих школьников с нетерпением ждут во Дворце творчества детей и молодежи. В сентябре здесь начнутся занятия в школе вожатых. Педагоги научат подростков работать с детьми, подготовят кадры для летних смен в городских оздоровительных лагерях и в «Звездочке». Будущих вожатых ждет работа по модульной программе. Им предстоит не только изучать теоретический материал, но и выполнять практические задания. На занятия приглашают юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Я уверен, что каждый найдет для себя что-то новое. Даже те, кто уже работали вожатыми в лагерях, для них что-то будет новое и интересное, потому что время на месте не стоит. Постоянно что-то меняется, выходят новые требования, дети меняются. И то, что как ты работал с ними в прошлом году, не факт, что получится в следующем. Готовится принимать пополнение и Лига волонтеров. Воспитанники этого объединения участвуют в подготовке различных образовательных событий. Например, в прошлом учебном году ребята помогали реализовывать проект Дворца творчества детей и молодежи 5.0, создавали галерею выпускников Дома пионеров, собирали о них информацию. В Лигу волонтеров набирают школьников в возрасте от 12 до 17 лет.
Есть возможность не только проявить себя как активных жителей нашего города, но и получить положительный опыт. И если молодые люди в будущем хотят связать свою жизнь с какой-то организационной деятельностью, то подобный опыт им будет очень полезен. Организационные собрания в объединениях состоятся 3 сентября. Будущих вожатых ждут в кабинете 104 в 16 часов. Желающих поступить в Лигу волонтеров в 18 часов. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». В субботу, 22 августа, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прибудет в Заречный, чтобы возглавить божественную литургию возле строящегося храма в честь преподобного Серафима Саровского. Церемония пройдет на открытом воздухе. Эта служба должна была состояться 1 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий ее пришлось перенести. Будет литургия, а потом чин закладки памятной доски и первого кирпича. Поэтому, пожалуйста, всех приглашаем на богослужение. Начало богослужения в 8 часов, начало чинозакладки в 9:30. В Заречном стартовали игры Кубка города по футболу. Главный трофей сезона разыграют 8 команд, участвующих параллельно и в чемпионате Заречного. Однако, в отличие от начавшегося ранее чемпионата, кубковые матчи будут проходить не в формате 7-7, а в полном составе и на большом поле центрального стадиона. Открыли дерби юниорские команды. Стартовали игры в рамках Кубка Заречного по футболу. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, начало турнира пришлось отложить. Сроки проведения данного мероприятия сместились. Обычно ко дню физкультурника у нас уже определялся обладатель кубка. Ну, в этом году немного сместилось, поэтому сегодня только начинается соревнование, первая игра в рамках группового этапа. Честь сыграть первый матч Кубка Заречного выпала юниорским командам. На поле вышли сборные комплексной спортшколы Олимпийского резерва 2004 года рождения X-Shore Sensor 2005. Это самые младшие участники турнира. За победу в соревнованиях борются 8 сборных. Кубок Заречного проходит параллельно с городским чемпионатом по футболу. Если в чемпионате команды играют в формате 7-7 и размер поляны меньше, то здесь классический размер поля 110x70 метров. И совсем другая борьба. 11 человек на поле, и специально для этого даже решили провести на натуральном газоне. Кубок Заречного проводится по всем правилам ФИФА, за одним исключением. Команды играют 2 тайма по 30, а не по 45 минут. Сейчас идут матчи в группах. Участники сражаются за право выйти в плей-офф. Плей-офф у нас начинается с четвертьфинала. В нем будут встречаться команды-финалисты прошлого года. Это «Пламя» и «Аврора». И команды, занявшие вторые места в группах. У нас две группы по 3 команды. В первый день Кубка Заречного по футболу состоялись 2 матча. Встреча команд X-Shore 2004 и X-Shore Sensor 2005 завершилась со счетом 2-6. Итог игры «Авроры 2» и «Вымпела» – 3-0. Следующий матч состоится 27 августа. На поле выйдут «Юниор» и X-Shore 2004. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Грипп и пневмокок. Как защититься от сезонных болезней? Помогают ли прививки от этих инфекций на фоне коронавируса? Стоит ли опасаться вакцинации? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Жилой комплекс «Грин Парк» – это европейское качество по российской цене. Звони. Подробности по телефону 231-001. Обращение главы «Росатома» Алексея Лихачева. Стартовало празднование 75-летия атомной промышленности. Подведение итогов отраслевого чемпионата «Атомскиллз». Смотрите в среду в 20:00. Конкурс социальных проектов «Росатом вместе» возвращается. Теперь в онлайн-формате. 21 город-участник, 16 социальных проектов, 4 конкурса. Викторина атомных городов в приложении ГСР. Конкурс координаторов «Атомная команда города 2020». Лучший месячник госкорпорации «Росатом». День атомных городов. Участвуй в мероприятиях конкурса. Поддержи свой город в мобильном приложении ГСР. Город-победитель получит главный приз. Подробности на росатомвместе.атомгорода.ру.
вы что, мать его? Холодность из колодца! Ну, поживи. Сколько-нибудь. Вон на диване поспишь. На диване? Роду у мужа на сосед променяла. Стрелять побежал. Оружие в доме есть? Ты ж брат в пухах застрелится. Да нет, там боек сломан еще с прошлого года. Девоньки, а мой не у вас там? Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях терапевт взрослой поликлиники города Заречного Нина Викторовна Хубулова. Добрый вечер. Здравствуйте. Нина Викторовна, прошла информация о том, что в ряде регионов России зафиксированы уже вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом в том числе. То есть мы пока еще не успели отойти от коронавирусной инфекции, пока еще пандемия продолжается, и здесь уже грипп и ОРВИ. Действительно ли ситуация сейчас, вот не как мы привыкли в ноябре, там, да, а действительно ли сейчас ситуация настолько серьезная, что нужно принимать какие-то превентивные меры? Ну, в нашем городе пока это не зафиксировано, но хотя мы уже во всеоружии готовим вакцину. Не сегодня, не завтра она к нам должна поступить, и мы начнем уже прививать. Поэтому я хочу напомнить нашим уважаемым зареченцам, что пора приходить на прививки к нам в поликлинику. 401 кабинет. Мы получаем Совигрипп. Это вакцина, которая уже апробирована, известна. Она трехвалентная, трех штаммов гриппа. Это грипп А, два подтипа, и грипп Б. Поэтому, пожалуйста, приходите, прививайтесь. То есть вот сейчас уже определилась Всемирная организация здравоохранения, да, в том числе и российский Минздрав, в том, какой же тип вируса гриппа мы ожидаем в этом году, да? Вот, нет, пока мы пока не определились, вот конкретно нам еще не сказали, но, как правило, вот из этих трех гриппов какой-то один у нас бывает. Поэтому вот как наиболее частые мы вот прививаем вот эту трехвалентную сыворотку. Скажите, пожалуйста, а насколько эффективна прививка против гриппа? Потому что вы сами прекрасно знаете, что вообще существует категория так называемых антипрививочников, которые вообще не приемлют никаких прививок, в том числе и, в том числе, да, и для своих детей, опасаясь чего-то. Вот скажите, пожалуйста, насколько эффективна и безопасна вот эта вот вакцина? Ну, вы знаете, я работаю уже давно в медсанчасти, почти 40 лет, поэтому у меня уже опыт большой по прививочным кампаниям, да, поэтому могу сказать однозначно, что противопоказание только одно для прививки – это на куриный белок аллергии. Все остальное противопоказания нет, потому что к нам идут и куча всяких претензий, что они как бы привились, им лучше не стало. Но хочу сказать, что прививка эта существует для того, чтобы предупредить, как в группе риска больные есть, которые предупредить тяжелые осложнения этого гриппа. Это в первую очередь. Эти люди, которые работают, так называемые декретированные группы, то есть люди по силу своей профессии, они общаются много с другими людьми, могут как быть переносчиками, сами заболеть переносчиками гриппа. Мы их тоже прививаем. Мы каждый год, уж все наши знают, жители города, что мы выходим в организации, прививаем. Поэтому, в принципе, проблем никаких нет. Вакцин у нас всегда достаточно. Желающие все... Ну, единственное, что пожелание, чтобы привиться вот до ноября месяца. Потому что там еще нужен период, где-то 2-3 недели, чтобы выработался иммунитет. Поэтому... То есть вот прививаться нужно уже сейчас, да, или сентябрь-октябрь? Да. Именно какие сейчас, как только появится вакцина. Но мы ждем вот со дня на день. Как бы взрослая поликлиника, где-то в пределах, я думаю, 10 дней мы ее получим. Детская поликлиника уже получила. Они уже начинают прививочную кампанию. Мы со дня на день ее тоже начнем. А что вот вы сами сказали, что есть такие люди, которые против прививок и приходят к вам с претензиями. Чем они аргументируют свой отказ? Ну, они обычно как говорят: а я прививаюсь, и я все равно болею. Мы всегда говорим, что вы болеете, как правило, простудными заболеваниями, потому что грипп – это намного тяжелее заболевание, и вы всегда его отличите от банального ОРВИ. То есть там могут быть осложнения. И это и пневмония, и это и ЛОР-заболевания. А если, не дай бог, какие-то хронические заболевания у человека, то, к сожалению, это может быть кончиться и стационаром, и какими-то тяжелыми осложнениями, даже вплоть до смертельного исхода. То есть наша задача – предупредить осложнение гриппа. То есть болеть вы можете. Принцип такой – болеть вы можете, но если вы привьетесь, вы будете болеть легко. И осложнений, как правило, не бывает.
Но если не привьетесь, то это уже на вашей совести, как говорится. А какое количество планируете вы привить в этом году у зареченцев? Ну, вы знаете, в общем, если группа риска, то 75%. Угу. А так в общей массе 60%. Что такое группа риска? То есть кому следует прививаться? Кому? В первую очередь. Да, я сейчас скажу вам, кто. Это беременные женщины во втором-третьем триместре беременности. Это женщины, кормящие матери. То есть это говорит о том, что вакцины очень не контагиозные, да? И потом, значит, больные хроническими заболеваниями, таким как сердечно-сосудистый, сахарный диабет. У нас очень много таких больных. Больные с заболеваниями почек, больные легочными заболеваниями. Поэтому вот эти больные с иммунодефицитом человека. Это много молодежи, к сожалению, тоже надо им привиться всем. А что вы можете сказать родителям детей, которые дают, естественно, разрешение или отказ от прививки? А что вот вы им можете сказать? Насколько нужно прививаться, насколько это безопасно, насколько это необходимо, и стоит ли опасаться этой прививки? Однозначно скажу, что прививка, она уже разработана давно. Я вот объясняю, что только противопоказание, только одно, это аллергия на куриный белок. Вот одно противопоказание. Остальное, пожалуйста, прививайте своих детей, чтобы они были у вас здоровы, чтобы они вас радовали, и все, их здоровье только в ваших руках. Еще у нас получило распространение так называемая пневмококковая инфекция. Да, то есть среди нас очень много всевозможных заболеваний, от которых можно защититься заранее и не допускать тяжелых последствий, как вот ситуация с гриппом. Что вы можете сказать о прививках против пневмококковой инфекции? Насколько эта действительно инфекция распространена и насколько хорошо разработана вакцина для того, чтобы предупредить это заболевание? Ну, вакцина тоже давно, довольно-таки давно разработана. Мы уже, наверное, пятый год где-то прививаем. Осложнений, как правило, я не видела. Хотя каждый год я прививаю своих больных из группы риска. Вот выхожу в организации. Я не видела осложнений. Но как правило, больные пневмониями не болеют. Что такое пневмококковая инфекция? Это пневмония, которая вызывается пневмококком. Вот конкретно против этого пневмококка и разработана эта вакцина. Насколько это актуально для нас, для Заречного? Так же, как и для всех, она актуальна. Надо прививаться, чтобы не болеть. То есть у нас были случаи заражения пневмококковой инфекцией? Они, как правило, в 70% именно пневмококковая инфекция. То есть воспаление легких, да? Да, это воспаление, да, банальное, как это, да, в народе? Банальное воспаление легких, которое вызывается пневмококковой инфекцией. Поэтому мы призываем именно прививаться вот этим превинаром. Мы его сейчас прививаем. Пожалуйста, приходите, прививайтесь. Эта вакцинация платная? Бесплатная. Бесплатная однозначно. То есть любой желающий, какова процедура? Прийти сразу в прививочный кабинет или же сначала нужно... Ну, вы знаете, нужно... вот сейчас, на данный момент, да, прийти в прививочный кабинет. У нас сейчас есть там врач, который осматривает больного, как бы назначает эту прививочку, сразу прививаются. Но если нет на месте этого врача, то, пожалуйста, к любому терапевту без очереди мы сразу же примем, дадим вам рекомендации, дадим направление, прививайтесь сразу же. В 409-м кабинете. А возможно ли прививки сразу две поставить? Да, то есть... однозначно можно. Именно вот от гриппа и превинар, который вот пневмококковая инфекция, мы сейчас будем прививать вот по две прививочки. Ну, чтобы как бы предупредить, потому что сезонные в основном эти заболевания, да? Нечего ждать, как говорится, осложнений, нужно прививаться. Чем быстрее, тем лучше. А, но ведь, опять же, у некоторой категории людей есть такие вот, начитались в интернете, да, по верхам похватались, да? Они считают, что, ну, если вакцина защищает на какой-то определенный период, если я сейчас в августе или в сентябре привьюсь, а эпидемия там пневмококковой инфекции, эпидемия гриппа будет в феврале. Зачем я буду сейчас это делать? На год, однозначно на год. Ну, то есть как бы вы захватите этот период, февраль вы захватите. Единственное, что надо просто успеть привиться, чтобы выработался иммунитет до того, как появится вот этот вот, это грипп, вот грипп или пневмококковая инфекция. В каком возрасте можно начинать прививки вот эти вот делать и до какого возраста? Какой вот, ну, если касается взрослой поликлиники, то от 18 лет и старше, 90+, прививаем мы всех. А детей? Детей там от 6 месяцев, но у них там немножко другая вакцина, поэтому... Ну, то есть... Можно рассчитывать на то, что, придя в нашу Зареченскую городскую поликлинику, мы сможем бесплатно поставить вакцину. Да, от... да, пожалуйста, мы только приглашаем и только за. Нина Викторовна, скажите, пожалуйста, возможно ли более тяжелое протекание другой, вот самой известной на данный момент коронавирусной болезни при наличии вот пневмококковой инфекции или вируса гриппа?
однозначно будет сложнее протекать эта инфекция. Но я вот тоже хотела сказать, что я вот работала с апреля месяца, мы работаем с этим больным коронавирусной инфекцией, да, и что я вот, честно, для себя заметила, что кто прививался от вакцины против гриппа, те, как правило, или не болеют, или болеют в очень легкой форме коронавирусной инфекции. Поэтому именно с учетом того, что у нас сейчас коронавирусная инфекция, мы ее, к сожалению, не побороли, и возможно, что она будет у нас опять, значит, да, вспышка этой инфекции, то я думаю, что именно в этом году однозначно надо прививаться. И против гриппа, да, и против пневмококка. Да, и против пневмококка, конечно, чтобы хотя бы, возможно, предупредить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Ну что ж, будем надеяться, что зареченцы последуют вашему совету и привьются, и защитят себя в том числе от коронавирусной инфекции. Хотя об этой вакцине пока еще ничего не известно. Спасибо за участие в нашей программе. Всего приходите, самого доброго. Мы вас ждем. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале Заречный. И берегите себя.